Привет, друзья! Сегодня порадую вас вкуснейшей выпечкой к чаю творожными плюшками, нежными и ароматными. Готовить их – одно удовольствие! Друзья, нашла интересный кулинарный канал «Готовим с Бонни». Там есть такие рецепты, как американские булочки синнабон, нежный пирог со сливами, глазированные сырочки, а также уютные видео с рецептами глинтвейна и творожных плетенок с яблоками. Переходите по ссылке в описании на канал «Готовим с Бонни», уверена, вам там понравится. В миске смешиваю следующие продукты: творог, яйцо, сахар, ванильный сахар, соль и растительное масло. Добавляю половину просеянной муки и разрыхлитель. Массу хорошо перемешиваю. Понемножку подсыпая муку, замешиваю тесто. Приминаю слегка тесто и делю на 8 частей. Каждую часть необходимо раскатать в прямоугольник толщиной 2-3 мм. Сверху смазываю размягченным сливочным маслом. Посыпаю сахаром и скручиваю трубочкой. Защипываю края и формирую плюшку следующим образом. Булочки кладу на противень, застеленный бумагой для выпечки, и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Выпечка получается просто изумительная. По вкусу это что-то среднее между булочками и слоеными ушками. Плюшки нежные, слоистые, сладкие, со сливочным вкусом. Обязательно попробуйте приготовить. Если вы не подписались, подписывайтесь, ставьте лайки. Я также вам желаю удачной выпечки и до новых встреч!